победа и крупная победа 4-0 над Минском. А ваш комментарий к сегодняшней игре? Спасибо за поздравления. Ну, первый тайм, наверное, не могу сказать, что нам удался. Но, опять-таки, мы очень, наверное, испугали соперника, не прессинговали, то есть решили играть от обороны, но не получалось, пришлось вносить корректировки. Второй тайм вообще был приятно смотреть, здорово прессинговали, здорово атаковали, здорово оборонялись, то есть по второму тайму вообще идеально практически провели. Да, и резюмировал ваш ответ, вы уже много раз отмечали, что первый тайм у команды не получается, как думаете, с чем это связано? Ну, здесь я бы не сказал, что не получилось именно в игровом плане, именно в плане тактики. Немножко мы промахнулись, и, ну, я скажу, это больше моя, наверное, вина, что решили играть от обороны. Второй тайм уже решили менять что-то. У команды за последних 4 матча мало пропущенных мячей, команда очень много забивает. Как настраиваете, как готовитесь? Ну, я бы не сказал, что мы очень много забиваем. Первые два тура мы по одному забивали, хватало для победы. Но сегодня получилось больше, причем все голы были очень красивые. И впереди будет таких два дальних выезда. С первым на домашний матч со Сморгонь, Неман Гродно, Динамо Брест. Как будете готовиться к этим соперникам, учитывая, что Динамо Брест, например, сейчас лидер турнирной таблицы? Ну, здесь понятно, что тяжело будут эти выезды, очень дальние, плюс игра посередине. Но здесь постараемся немножко некоторым игрокам дать передохнуть. Сейчас надо привести себя в чувство после этой игры. Все-таки сегодня энергозатратный, особенно второй тайм. И будем смотреть уже, кто готов, и дальше будем уже смотреть по ситуации. 4-0, уверенная победа, твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое за поздравления, хорошая игра. Первый тайм достаточно скомканный получился. Во втором тайме уже вышли, более начали уверенно играть, и пошли наши голы. Да, сегодня ты забил 2 гола, сделал дубль. Какая-то определенная установка у тебя была или как-то по ситуации? Ну, по ситуации, можно сказать. Первый гол – это пенальти, назначил тренер. И второй – это уже по ситуации, там так получилось. Да, впереди у команды довольно-таки тяжелые выезды будут. Брест, Гродно, как будете настраиваться на эти поединки? Ну, мы как на все игры, должны забирать 3 очка. Будем доказывать, выигрывать. Тренер сказал, первый тайм его не устроил, второй тайм очень понравился. Что нам в раздевалке команды? Ну, указали на наши ошибки, сказали, как правильно нам играть, и все, и получилось. А ты сам как считаешь, почему у вас первый тайм не получался, а второй получился очень хорошо? Ну, не такую, мне кажется, тренер выбрал схему, и потом мы перестроились немного, и все, и начали накрывать, соперник начал ошибаться, и пошли голы. Спасибо.